Давай, приветствуйся, блядь, где там начнем. Ты начал? Да. Ну да, поприветствовался. Ты, блядь, что, закосила? Всем привет, с вами Хитрый Колян, после долгих разлук. Слихука. Рассказывай, что мы купили на этот раз. Блядь, короче, смотрите, мы вот купили табак. Чисто мы влюбились в Тартнау. И сегодня мы взяли... Мы это говорим вообще каждый раз, когда покупаем новый табак какой-то. Мы влюбились в этот табак. Ну так нет, но мы стартнау сколько уже курим. А, это первый видос стартнау, прикинь. А, ну короче, мы уже накурили столько стартнау, просто не выпускали видос, и уже было впадло. Прикиньте, насколько охеренный кальянный табак, что мы просто... Нам даже впадло было снимать. Снимать, мы кайфовали слишком. В общем, сегодня мы взяли полярного мишку, который больше похож на дюшес. И... блядь. Синюю мяту, которая, ну, как ментол, ну пахнет как ментол, мятная жвачка. Синяя мята пахнет, блядь, это не мята и не ментол, это синяя мята. Синяя мята. И 4 кокосовых квадратных угля. Угля для курения курительных смесей, блядь. Ну да. Да, я сказал, да? Аппарат, который бьется током. Это просто гениально. Просто засними сюда, снимай денег, аппарат. Вот сюда. Вот, ниже. Откуда ты? Вот. Смотри. Опа, выезжает. 5 гривен. Спасибо. Так, если кому интересно, могу рассказать, где банкомат. Короче, хотим отдельно спасибо сказать Владику, который тупо там отвалил камеру. Делаем рекламу его канала будущего. У него нет канала, по-моему. Ну, когда-то же. Хотя он будет снимать скоро, по-моему, скейтерские видосы, там, все такое. Это можно вырезать. И поэтому мы хотим сказать ему спасибо отдельно за камеру, которую мы будем снимать чуть-чуть дальше. Да, мы вам еще ее покажем. Очень охеренная камера, на самом деле. Я ей попользовался уже чуть-чуть, она вот такая вот. Это, короче, Xiaomi экшн-камера. Why? Что-то там. А за сколько он ее брал? Вырежем. Я не помню. Не надо вырезать. Не надо. Я не сказал цену. Ой, стой, погоди. Ого, братишки. А, я помню, ты меня изменял. С братишкой. Ты меня уже без меня сколько бухал, козел. Подумаешь, 4 бутылки пива. Ага, 2 бутылки текилы. Пидорасина. Да. Провода трясутся? Не трясутся. Будьте добры. О, да, еще остановочка ждет. Погладим машину. Кого? Или может еще, блядь, погладим машину? Можно. Ты как уевший прошел. Бля, ты что перевернул? А чё, как? Кого перевернул? Не надо. Сейчас мы соберём в истории. Надо сначала на почту, а потом делать кальян. И не только делать кальян. Потом пылесос. А, блядь, ещё же убирать. А ты же? Убирать? Сколько дел у нас сегодня? Там много, ещё будем сегодня делать что? Чебурек. Чебурек. Что это? Официальное название этого видоса. Чебурек. Влог Чебурек. Чебурек. Эльф, кстати. Что? Мне нравился этот магазин раньше. Да там эти. Да я учился. Можно было. Да там все, что вы захочешь, можно было купить. Даже можно было. Нужно было сифилис купить. Подцепить. Не, купить. Там он продавался. В баночках? Не. В писечках. Помнишь колобок? Платок. Правда, уже не колобок. Видно поляныца. Ну да. О, братан. Коля. Добро с медом поляныца. Когда мы пойдем на шопинг? В магазин Манчестер? Не, другой, эконом-класс. А, не знаю. Кстати, это авторские права, забанят нас в Манчестер. Магазин. Блять, мы уже знаем, что ты нарушил авторских прав по такой логике. Ну да. Почта, не буду показывать, какое отделение.
Может быть, не написано. Наконец-то вышли с этой почты. Фу, ненавижу, блядь, эту почту. Сейчас посмотрим, что пришло. А долго шла посылка? С Китая? Алиэкспресс. Я когда там заказывал, я ждал, по-моему, месяц. Календарь, стикер. Что, и все? Подержи. Конечно, никакая болячка не приехала. Да. Ты вскрытие проводишь? Да посмотреть, может, что-то еще, блядь, все. Там бывает, что две посылки в одну кладут. Вроде ничего, пусто. Вроде ничего нет. Ага, вот что за потайну. Да, ничего нет. А ну что тут написано? Давай, глянь, тут даже тут написано. Она мне хоть сказала, что она на мой адрес? А? А, да. Короче, вот такую херню. Надо было заказывать, блядь, и ждать месяц. Она типа в блокнот? Не, на самом деле, на такую тяжело найти вообще. Ну, но она клеится, да? То, что для, да, для... На каждый листик. Для скрэпбукинга, блядь, по-моему. Ну, короче, типа, люди, которые ведут блокноты, скрэпбукинг, по-моему, да. И, в общем, да, вот именно такие вещи, если вот увидишь, их надо заказывать. Ладно, в общем, короче, мы не будем отходить от темы нашего канала. И поэтому сейчас мы... Так, мы еще ставим... не настолько крутые, чтобы заказывать в Китае и распаковывать. Да, анбоксинг у нас был произведен, но... Так, это профсоюз. Я тут 100 лет не был. Да. Ну здесь, да. Это залезть можно будет. Не знаю, блядь. Ну тогда походу кто-то встал, и я влез. Ну нормально. А ну понюхай. Да нет. Мы уже почти пришли. Вот смотри какой. Мэм. Что у меня? Блядь, график. Ну график. Мэм, блядь. А ну позови Тосика. Ося! Осик! Мы уже почти подходим. Осталось совсем чуть-чуть. Кстати, сейчас уже теплее стало. Когда вышли от меня, так... Да, не выносимо. Все. Дима отчитывается. Что он получил? Что отчитывается? Я просто говорю, что я забрал. Ну я же говорю, отчитывается, что он забрал. Тебе привет. Тебе тоже привет. Тебе тоже привет. В смысле, будешь кушать? Я уже пиздец. Хочу покурить кальян. Опа. Я сюда вот это прикалывал. Будет болезнь? Да я думаю, бабушке будет ругаться. Да можно этот. О, садик, помнишь? Да помню, конечно. Ты вообще-то учился? Да, я в садике не был, что в садике учишься. Не знаю, а что там делают? Я не знаю, она просто находится. Типа, существует. В садике существует. Этот, лично сформируют хоть. Подготовка к школе. У вас тут беседки делали, вроде мы придумали, то снег здесь капать. Мы не коски делали, чуть по наклону. Вот, блядь, человек. Ну все, короче. Ну все, короче, руки замерзли. Да, пиздец. Простите, что перебил, Дима. Что? Сейчас мы уже заходим домой, будем курить кальянчика. Да. Кальяна. Опять перебил еще раз. Кальяна. Да. Кальяна. Можно спрятать руки в карман?
нельзя. Мы уже почти пришли, поэтому мучаемся до самого подъезда. Просто прикинь, мы на автомате идем. Блядь, Соня, ты адрес сказал свой. Ну и что? Все, фанатки прибегут. Я не говорю свой. Ну там, ты там что читал, когда мы шли. Сказал, что даже на почте правильно сказал, что вырежут. Вырежут. А сука, ты же видос будешь делать. Да я просто сделаю пи. О, давай. Так сука, там что ты делаешь пи, так что слышно. Так я выключу звук, я же обрежу. А там, где будет написано, я просто сделаю квадратики, типа там бандит. А, можно, да. Да. А я не понял, я там что-то еще нашел в видеопаде. Ты мне что-то говорил, что можно, а я говорил, что нельзя. Что ты делаешь? Блядь. Да ничего. Блядь. А что это было? Верни обратно. Не. Все, давай, пошли работать. Идем делать чебуреки. Чебуреки? О, давай ты пока фарш померишь, пока я посуду помою. Что сделаю? Фарш. Ну, добро. Бодрое добро добрит бодро. Добро бодрит добрых. А добро бодрит добрых, это значит, пьешь, як дыхаешь. Чехол, чехол, чехол. Блядь, не получилось у нас на камеру Владика. Да, потому что нам нужна карта. На 4. Да, у нас... А у нас только есть на 4, только они раздельные. По 2 гигабайта. Да. А ну, можно на гугле, как соединить две карты в одну? Пойти в больницу. Там зашивают, блядь. Да, и тебя вылечу. Нахуй так пошутил. Так, давай, короче. Блядь, надо попылесосить. Начинай. Да о. Я шучу, блядь, сначала посуду. Я съем Лизан. О, гонит немного посуды. Я тебе говорю, вон, посмотри, там стало на стаканах стоит. Много стаканов? 2-3. Филя. Что ты расскажешь? Братан, я к тебе на сеанс. Холодно. Щекотно. А теперь зад. Да блядь. Сын говорит, блядь. Ну, блядь, когда что-то сын выебывается, а это надо так делать, я отец, сын, блядь, не учился ебаться. Ну, ты понял? Поскольку, блядь, отец, когда трахался, блядь, получился сын. То есть, ну, он да. Ебаться уже, блядь. Ну, шарит. Ну, шарит. Шарик? Шарит. Блядь, что шарит? Шарит ты. А, шарит? Ну, шарит, как это делать. Ну, да. Ну, что, блядь, ну, смешно аж, ну. Братан, ну тебе. Братан, ты на сколько поставил? Я поставил. Я скажу. На 3 минуты. Ой, блядь. Ой, на 2. Ой, уже прошло. Когда будет минута, заводи вот это. Ну я понял. Ну они будут вкусные, братан. Надеюсь. Я тебе обещаю. I promise. Димон уже домывает посуду, и мы скоро будем начинать курить кальян. Точнее, разводить его. Ты же чашку сейчас сделал. О, вот там подогнали в магазине вот такую. Вот. Да сейчас сделаю вот такую. Баночку стартнал. Из-за того, что мы его постоянно берем. Да, блядь, просто было последнее. Ну они могли себе оставить. Конечно, пока нахуй, блядь, баночки, которые были дохуя. Ну да. Просто, блядь, нам дали баночку. Братан, надо чай сделать, мне кажется. Нет, стой, там кофей. Кофей? Да, ну вон, в пакетиках. Мой вот тот тоже снизу. А-а-а. Я тебе докупил второй. Вот, Дима мне купил кофей. Вот этот Макс. Да, вот этот первый злой. Ну и тут он тебя охуенней купил, чем мне. Да, блядь, это Лиза принесла. Смотрите на его лицо. А это Лиза принесла, я тебе второй. Да, блядь, иди нахуй. Сука, сам выпила, понял? Да чего ты сразу? Антон, отвечай. Спасибо, брат. Антон. Эти бутики не дам. Антон. Да все, блядь.
Братан, все, я вырубаю. Блядь, да ты что, ебанулся за мной? Блядь, это бабочка нарисованная на лопатке, я ее пытаюсь открыть, сука. Ой, братан, сыр я не туда положил, куда надо. Ебать его, брат. Ну как тебе? Нормально. Мне кажется, можно пивать слай хук и кулинари, блядь. Так, ну... Все это подаем. Блядь, братан, да это гениально. Можно наш контент добавить, блядь, готовку. Не гони, а зубы ты делал, ебать. Ну, да. Надо все записывать охуенно, бы. Твоя мама, блядь, а? Блядь. Братан! А! Можешь просто принести табак? А где он лежит? А он на комбике. Так бы сразу. Только, блядь, тут темно. Я взял. Молодец! Давай. Итак, в общем, всем йоу, здорово, кисель, мандат. Секунду. Блять, попылесосил, сука, и стол. Я думаю, стирать на пол или нет? Да я думаю, нет. Давай в руку мне. Давай. Это командная работа. Тимплей. Перевожу сразу. Ой, выкинь, блядь. Точнее, да, на бочину. Не-не-не, на бочину. Не-не, на другую. Ой, красавчик. Все по фэншу, Дима. А где это? А я заебашу угли. А где крышка? А мы ее забирали? Ну с портфеля ты последнюю все доставал, ты ее видел? Блять, конечно, нахуй я доставал из портфеля. Два угля оставить, братан? Я ебаная манда Денис, я, блядь, нихуя не помню. Ай-яй-яй-яй. Ах ты, блядь. Надо идти искать. А где рюкзак? Да. Где? Да. На комбике? На комбике, блядь. Сука, мне какое-то сраное макофе делает. Да не какое-то, вкусное. Сколько тебе? Лей. Третьим будешь? Все. Бля, ты бы так пиздел на меня. Ну так могу попиздеть. Ебать, целую налью себе нахуй. А сверху сядешь? Не, третьим будешь. Вот такие чашечки. Да, у нас тут не холодно. Ну да. Ну вот это у меня покрепче, чем у тебя. Ну да. Я люблю покрепче. А третьим будешь? Блядь, сука. Аммятный. Ну да, на вкус как дюшес, да? Кальян, короче, готов. Че, когда говорю кальян готов, я смеюсь постоянно. Братан, готов? Да. А что мы смотрим? Самогонщики. Самогонщики. У нас фильм. Какого года фильм, хочешь скажу? Какого? Бля, сейчас. Знаешь, сколько идет? Сколько? 18 минут. Он маленький? Да. Бля, не помню какого года. Советского Союза, наверное. Дима настраивает кино. Точнее, он смотрит какого года. Он же не успокоится теперь. Блядь. Уже вкусный калия? Да он отличный. 62-го, блядь. Ебать. Ну, он тебе понравится. Черно-белого цвета? Не, он не черно-белый. Вот, давай сначала. Его что, ли покрасили? Да. Покрасили. Ну, так в натуре, все черно-белые фильмы, которые были, они теперь не черно-белые. Нет. Да. Не, если в черно-белом, и не в черно-белом. Тигр жалко. Тигр. Мой братан тигр. Это как этот, блядь. С альбом вот этот. Как она сейчас скажу? Я не помню. Пишите в комментарии, а то я забыл. Кстати, авторские права будут на эту песню? Yes.
без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Я, признаться откровенно, очень рад лечь под этот электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью круглый год. Днем и ночью круглый год. Но вот люди между собою говорят, за такой вот хитроумный аппарат просидеть мы сможем без забот за решеткой круглый год. За решеткой круглый год. Итак, съемка идет с вертолета. Денис прыгает с парашюта и сейчас будет прыгать в этот шар. Смотри, обоссали. Давай. Ну ладно. Да не, я тоже не смогу. Это не моя стезя. Не твоя стезя? Я любитель деревьев. А вот тут это ничего такого. Подпишись, если хочешь, ты оставь коммент. И поставь здесь лайк, ведь несложно взять мышку и кликнуть разок. Подпишись, подпишись. Стоп, секунду.